Во время региональной недели в общественной приемной партии «Единая Россия» всегда многолюдно. Кто-то приходит на прием один, кто-то с семьями, а некоторые – большими группами. Как, например, жители жилого комплекса «Зеленые аллеи». Вопросов они также заготовили немало. Основные касались нехватки мест в школах и детских садах. Поддержать жителей пришла и депутат Мария Гаевская. Мне часто обращаются молодые семьи с проблемой нехваткой мест в детских садах. То есть дети на момент наступления трехлетнего возраста, четырехлетнего и даже пяти, как ни странно, да, дети не могут пойти в детский сад, родители вынуждены сидеть дома. Школы не строят, и проблемы застройщиков с их плохим финансовым состоянием перекладывают на плечи жителей. Единственную построенную школу в нашем ЖК детей уже из второй очереди ЖК не принимают, уже отправляют в другую школу, которая на отдаленности более километра. Мест нет в детских, в частных детских садах, цены очень большие. И, наверное, можно было разработать какую-то программу поддержки частных садов. Кстати, управление образования уже выступило с инициативой выделять места детям-очередникам в частных детских садах и ведет с их руководством переговоры. Но тут есть свои нюансы. Для того, чтобы власти компенсировали таким учреждениям затраты на очередников, они должны иметь образовательную лицензию, а не только лицензию на уход и присмотр. Потому что те помещения, в которых мы находимся, они не являются отдельно стоящими. Да. Я, к сожалению, не могу поставить площадку. Здесь вопрос в помощи, наверное, лицензирования таких учреждений, как мы, и упрощать как-то систему. Также жители интересовали вопросы, касающиеся мер социальной поддержки семей с детьми, в том числе многодетных родителей. Михаил Терентьев напомнил, что в этом году меры государственной поддержки были расширены. Материнский капитал будет возможно получить уже при рождении первого ребенка, и при рождении второго ребенка он увеличивается на 150 тысяч. На материнский капитал могут претендовать мужчины, если они являются единственными усыновителями ребенка. Озвученные в ходе встречи вопросы Михаил Терентьев взял под личный контроль, а по наиболее острым пообещал сделать запрос губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.